Вот мы заехали сейчас на кобылью, на лошадиную ферму. И вот Нурлан сказал, кобылью я хотел сказать, где мы пили кобылье молоко. Я первый раз сегодня попробовал молоко из кобылицы, свежее, свежевыдоенное. Просто без... Оно сладкое, чтобы вы понимали. Я никогда такого вкуса не слышал, не пробовал. Вот что интересный такой факт сказал Нурлан только что, что вот именно вот эти вот лошади, это кыргызская порода, они в отличие от всех других там чистокровных, может не всех, но многих чистокровных лошадей, не допускают ни в коем случае между собой инцеста. И вот случаи были зафиксированы, что даже когда маленькую, ну, жеребчиху, да, кобылицу отдавали куда-то там, ну, отвозили далеко там в другие селения, а потом она через 10 лет каким-то образом встречалась со своими сородичами. Так вот, при встрече с жеребцами, которые ей приходились родственниками, у них ничего не происходило, потому что вот такое блюдут чистоту и не допускают инцеста, повторю. Такой вот факт, который, ну, научный факт, можно сказать. Правильно? Ничего не ошибся, ничего, Нурлан? Нет. Это Каратыр. Каратыр, что это? Каратыр. Это гора? Каратыр. А, Каратыр, вот это место Каратыр. Называется. Каратыр. Каратыр. Каратур. Вот это Каратур называется. Мы сейчас арпатектор ставим здесь место. Угу. Каратур красный. Сложный Чёрный. Путь, конечно, был вдоль этого. Тут туда в ущелье, вот за этой горой. Там открывается огромное ущелье, которое я снимал раньше, где мы нашли одно пока место. Я думаю, в следующий раз мы откроем новые места. В следующий раз я поеду уже подготовившись на настоящую охоту в Тяньшане. Вот, и привезу много интересностей.